брать. Не выпало им дописать, дочитать, когда навалились на город угасные бомбы и голод. Когда навалились на город угасные бомбы и голод. И мы никогда не забудем с тобой, как наши ровесники приняли бой. Им было всего лишь 13, но были они ленинградцы. Им было всего лишь 13, но были они ленинградцы. Пионерский лагерь немцы разбомбили, и теперь бредем мы по дороге в пыли. В пыли. В пыли. И не разбомбили, а обстреляли. Выдумываешь ты все для рифмы. Отомстим фашистам. Отомстим фашистам за костры и сосны. Пусть они не радуются, что дошли до Тосны. А географические названия среднего рода не склоняются. Ну что ты к нему придираешься-то? Он ведь не Пушкин. Он просто так, чокнутый на этом деле. А, приятель? Значит, сорвали фрицы культурный пионерский отдых. А что это вас так долго в лагере держали? Время же вроде в школе за партами сидеть. Да мы из лагеря уже давно. Нас сначала хотели эвакуировать, да немцы дорогу перерезали. Решили другой дорогой, и там не проскочили. Чуть в окружение под лугой не попали. Больше уж никуда не повезли. Велели в Ленинград возвращаться. И что, от самой Луги на своих на двоих? Где как. Сегодня малышей и девчонок военные на машины посадили, а нам места не хватило. Да, досталось вам. А ну, стойте. Зубы крепкие? Грызите. Бери, бери. Бери. Спасибо, дядя. Петя. Для ясности. А вас как зовут? Меня Миша, а его Степка. Ну вот, и познакомились. Дядя Петя, давайте, может, чемодан понесу. У нас руки свободные. Чего? Она мне как подъемный кран, цепкая. Вы жуйте-жуйте, укрепляйте внутренности. Я вас сухарями, а вы меня стихами подкормите. Вот и веселей будет. А ну, Пушкин, почитай нам что-нибудь, чтоб шагалось легче. Я не свое. Я лучше точно Пушкина почитаю. Давай. Зарделась грозная заря, и быстрым понеслись потоком враги на русские поля. Дымится кровью земля, и села мирные, и грады в мгле пылают. И небо заревом оделось вокруг, леса дремучие бегущих укрывают, и праздный в поле ржавит плуг. Но клики раздались. Идут вдали туманной, звучат кольчуги и мечи. Страшись урать иноплеменных, России двинулись сыны. Ну как, хорошие стихи? Да, молодец, Пушкин. Дядя Петя, а медаль у вас за что? А тут все написано, за боевые заслуги. Жил, значит, жил, не одолжил, заслужил. Видишь, у меня тоже в рифму получается. А где заслужили? Недалеко от поблизости. На Хасане с японцами воевал, с финнами тоже. Жаль, вот с немцами нечем. А точно. Одна рука, не две. Придется, видно, решать задачу. Три головы, пять рук, один чемодан. Смекнули? Это мы решим. Ого, какой тяжелый. Что это вы его камнями набили? Угадал. Малахиты, апатиты и прочие минералы. Коллекция краеведческого музея. Слушайте, ребята, я отойду на минутку. Надо, куда царь пешком ходил. А вы топайте, топайте помаленьку, я догоню. Воздух! Воздух!
Давай, давай, дома разберетесь, кто кому дядя. Наносила массированные удары по войскам противника и атаковала его авиацию на аэродромах. В воздушных боях и на аэродромах противника уничтожено 23 немецких... Ну что ты, мам? Переволновалась я очень. Все уже вернулись, а вас все нет и нет. В Баренцевом море захвачена немецкая подводная... И сильно вас бомбила дорога? Да так себе. Средняя. Нас тоже бомбят, мы в бомбоубежище ходим. А папа что, пишет? Пишет, пишет. У него все хорошо. Жив, здоров, воюет. Папа написал, чтобы ты во всем помогал маме, потому что ты теперь старший мужчина. Ешь, ешь, мужчина. А я тебе сейчас чайку с повидлом принесу. Вчера как раз по сахарным талонам дали. А чемодан, сынок, надо сдать в стол находок. Вернется человек, наверное, сразу туда и обратится, куда ж еще. Да вы что, сдурели? Какой теперь стол находок? Теперь только военные заводы работают оборонного значения. Ну что ты врешь, Васька? Моя мать на хлебозаводе работает. Что, тоже оборонного значения? А что, по-твоему, без хлеба воевать можно? Или все равно, что хлеб, что зонтик? И при чем тут зонтик? Ясно при чем. Станут теперь стол находок держать. Что всякие растяпы зонтики свои находили. Ладно, обратно понесете, наймите носильщика. Может, вашего дядьку уже убило? Или он раненый в госпитале лежит? А коллекция, сами говорите, ценная. Ее, небось, денег ждут, не дождутся. Да может, там в чемодане письмо лежит или адрес. А правда, Миш, давай посмотрим. Да я и сам хотел, а мать велела отнести. Мало ли что, мне он мать за керосином велела сходить. А я вместо этого вас, дураков, уму-разуму ущу. Держи. Нет такого замка, чтобы его не взял обыкновенный гость. Уметь только надо. Ну-ка. Видал? Вот это камешки. Чего же ты нам наврал? Будет он первому встречному докладывать. Видно, хоть одна рука одела военная. Подумаешь, секрет. Это же обыкновенная ракетница. Ее для разных сигналов используют. А давай разок стрельнем. Ты чего ломаешь? Тютя, она так заряжается. Ну-ка. Не бойся, не убьет. Ух ты, как красиво. Здорово. Да и я. Держи. А ты будешь? Нет. Может, хватит? А то дядя Петю встретим, он патроны сосчитает. Прямо сосчитает. Сейчас снарядами считают. А уж этого добра. Рота моя, слушай меня, батальон в атаку. Ура! Стой, стой! Не стрелять! Не стрелять, тебе говорят! Не стрелять! Атас!
кухни. Ну куда же вы, а? Куда? Стой, стой, не трепай. Иди сюда. А? Стой. Ну? Ну я ж тебя все равно поймаю. Ну куда? Куда? Стой, разобьешься! Значит, левой руки нет у него от самого плеча. Медаль. Ну, а лицо какое у него? Длинное, круглое. Может, еще вспомните какие-нибудь, как говорится, особые приметы? Ну, такой он. Худощавый, в общем. Так. Лицо? Лицо обыкновенное. Вроде как солдатское. А зубы? Че зубы? Ну, зубы какие? Может, золотые или... Зубы как зубы. Эх вы, растяпы. Я больше всего запомнил. А ты помолчи. Тебя пока не спрашивают. Так я же вам помогаю. И потом холодно мне молчать. Простудил меня ваш этот... Папиросочку дайте закурить для согрева. Что? А на допросах всегда арестованным папиросы дают. Закон. А ты откуда знаешь? Кино видел. Мои там попортили. Ну, здесь тебе не кино. Ну, а ты, Степан Панфилов, что молчишь? Может, ты что-нибудь вспомнишь, а? Он про него стихи сочинил. Вот как? Ты что, значит, стихи пишешь? Он на меня тогда большое впечатление произвел. Вот ты и поделись своим впечатлением. А ну, прочитай, что там у тебя... Про него в стихах получилось? Давай-давай, не стесняйся. Ну, сначала у меня про другое. А потом ты бил японцев в хвост, Афину в гриву, не дрожил рукой, берег страны покой. И, следуя душевному порыву, ты сухарем герой делился с детворой. И все? Все. Да. Ну, ничего. Стихи-то вообще неплохие. Хорошие стихи. Только вот жаль, не про того написаны. У него еще на руке часы были именные. Ну, может, конечно, не именные, но я тогда так подумал. Уж очень они красивые. Такие черненькие, с золотым ободком. Я таких раньше никогда не видел. Понятно. Часы какие-то придумал. Ничего не придумал, а точно были. Я их еще хотел стихи вставить, да рифмы не нашел. Ну что, дрожишь? Держи. Пришлось утюгом и иголкой поработать, чтоб Матюша не надрала. Ну? Давай, давай, здесь все мужчины. В следующий раз не удирай, когда остановиться просят. Ха, если бы за корягу не зацепился, видели бы вы меня. Кто же он такой, этот дядя Петя? А вы знаете, ребята, для чего ночью устраивают затемнение? Ну, чтобы немецким самолетам не видно было, куда бомбы бросать. Верно. Враг окружил наш город. Взял кольцо. Но фашисты понимают, что Ленинград не сдастся. И для того, чтобы запугать нас, посеять панику, они забрасывают в наш город диверсантов, которые вот этими ракетами, зелеными цепочками, сигналят вражеским самолетам. Наводит их на важные объекты. Вот что, ребята, если вы случайно где-нибудь встретите этого дядю Петю, ну, конечно, Ленинград большой, и это маловероятно, но вдруг... Теперь-то мы его не выпустим. У него же одна рука. Да мы его в раз крутим. Вот это ни в коем случае. Просто, если вы его встретите...
позвоните вот по этому телефону. Запомнили? Угу. Ну вот. Спросите Ивана Васильевича. Это меня так зовут. Или вот Буракова Алексея Ивановича. Ну, забирай свое хозяйство. Только стоит ли в такое время по воробьям палить? И дым из ноздрей пускать. Ведь не маленький. Подумай. Ну, идите, ребята. Мы этого однорукого найдем. Вот увидите. Где? Он в парную пошел. Пошли и мы, а то холодно тут что-то. Да, просквозила баньку. Вчера волной от фугаски все стекла поубивала. Мишка! Миш! Тут он. Кто? Ну, однорукий. Мы его по улице выщем, а он вот мне попался. Да бросьте. Точно он. Ключа с левой стороны и по всем приметам похож. Лежит на верхней полке и фыркает. Степка, оставайся здесь и будь наготове. Пошли. Подожди. Для маскировки. Ну как, узнаешь? Подойди к нему и спроси что-нибудь. Ну, чтобы он повернулся. Я лицо посмотрю. Ага. Дядь, а дядь? А? Здесь какая температура? Подходящая. Дядь, тут мне ваше лицо знакомо. Вы это... Где руку потеряли? Случайно не на Хасане? А ты что, был там, что видел меня? А ну, милый, возьми-ка лучше веничек,
Да пошлепай по спине. Пособи инвалиду. Ну что ты как от мухи отмахиваешься? Мало каши ел. Дяденька, а по животу не надо? По животу я и сам могу. Ты давай не отвлекайся. Ты действуй. О, так. Давай, давай. С оттяжечкой. О, о. Молодец, Тимуровец. Фу. Все. Умаялся. Ну, давай. Услуга за услугу. Ой, не надо. Дяденька, не надо. Спасибо. Хватит. Хватит. Ну как? Он, кажется, похож. Голос похож. Слыхал, как я его насчет Хасана поддел? Как он сразу растерялся. Степка, одевайся и к телефону. Вызывай майора. А мы его здесь покараулим, чтоб не ушел. Идиот! Васька, смотри. У него к шайке номерок привязанный. Видишь? Ну? Вот бы взять. Голый-то он никуда не уйдет. Точно. Сейчас. А? Какой? Какой еще номерок? Как какой? Мой номерок от одежды. Ох ты, жулик. Я же видел, ты брал, а? Что видели? Что видели? Как что я видел? Я видел номерок. Сейчас я вам все объясню. Это что, твой приятель? Ну да. Значит, вас одна шайка лечит. Ничего не шайка. Мы думали, что этот гражданин другой. А у другого воровать можно. Ладно, в милиции разберутся. Отшелья. А чего вы руки крутите? Так, значит, в милиции привели. Хорошо, что я успел до того, как родителям сообщили. А то бы еще и дома беднякам досталось. Да, фингертоны. Слушаю. Что? Когда? Диверсия на хлебозаводе. Взорвана котельная. Возвращайтесь на базу, товарищи. Вам дадут другие наряды, у нас сегодня хлеба не будет. Понятно. А почему вы думаете, что это не бомба? Бомба пробила бы крышу, а она как раз цела осталась. А может, котлы были не в порядке? Нет, нет, за это я ручаюсь. К тому же взрыв произошел одновременно в нескольких местах котельной. Да вы сейчас сами увидите. Допуск на ваше предприятие строгий? Да как вам сказать. Пропуска у нас есть. Но ведь у нас не оборонный завод. Ходят экспедиторы, грузчики. Опять продовольственный объект. Может быть, это та же группа? Ракеты вверх, атолл вниз. Жертвы есть? Дежурный слесарь погиб. И двое раненых. Там еще завал разбирают. Кто? Алексеева из формовочной. Как она сюда попала? Да говорят, в перерыв попросилась белье сынишке простирнуть. Вот угадай.
где тебя война застанет. Утешения, Миша, тут быть не может. Одно, что жить надо. Люся, мы устроим детский сад, а сам к нам на завод пойдешь. Там твой отца помнят. Слесарничать будешь, и переживем эту войну. Можно? Входите. Миш, ты это... Мы пришли. Может, надо чего? Ты скажи. Ничего не надо. Вы посидите. Просто посидите около. Ему легче станет. А где Люся? У нас она. Ей пока не надо знать. А мне сегодня сон приснился, что Гитлера поймали. Ага-ага. Один наш, один англичанин и один француз. Чемпионы парашютного спорта. Те держали веревку, а наш к нему на четвертый этаж в окно влез. Ну, с Гитлером, конечно, обморок. А его связали, вытащили на крышу, сделали из веревки это, ну, такую петлю огромную и ждут. Тут на бреющем полете Ильюшин, а внизу крючок. Подхватил он этим крючком петлю, а Гитлер как завопит. Не спеши, постой-ка, продается костюм тройка, брюки раз, пинжак два и от жилетки рукава. Как там дальше? Шить по заказу. Шить по заказу не одевом ни разу. Отец бьет фрица, зачем же добру пылиться? Налетай, не жалей, всего 1000 рублей. Почем такие? А тебе зачем? Вырос уж из таких. Ступайте, ступайте. Нет, правда, тетенька. Это не мне, это ему. То есть не ему, а его сестренке. В детском саду велели купить. Ну, 50 рублей. А у вас сколько? Пока нисколько. Сначала вот продадим костюм. Это его отца. Может, вам нужен? Совсем новый, неоделанный. Мне не нужно. У самой дома 2 таких висят. А вы вон туда ступайте. Там продают костюмы, пальто и вообще взрослые. Ну, что я говорил? Ботинки 50, валенки самые большие 200. Ну, хоть 250. И свитер 200. Выходит на круг 500 рублей. Подожди. Степка, смотри. Вон у киоска стоит с газетой. Похож? Гражданин хороший, не скажете ли, который час на ваших точно? Забыл завести, стоят. У тебя закурить не найдется? Табачок нынче дорогой. Но для хорошего человека не жалко. Давай за этим, а мы за одноруким последим. Ага.
Господи. Я говорю, уступить надо все. А ну держи. Тебе чего здесь? Тут мой дядя зашел, такой без руки. По делу зашел, вы не видели? Давай, давай, вон там на улице жди своего дядю. Ступай, ступай, нечего здесь болтаться. А ты не опоздаешь? Да нет, успею. Ну что? Несколько прохожих есть. Идите сюда, ребята. Посмотрите, нет ли здесь того парня, который подходил к однорукому? Вот! Да точно он! Они же за одноруким пошли, а я за ним. Я еще у него папиросы купил, вот. Он там папиросами торгует. Ну, хотите я? Не хочу. И вообще я запрещаю тебе что-либо делать без моего разрешения. Понял? Садись. А ты все куришь? А вы все запрещаете. И помогать вам, и курить. Жизнь нервная, вот и курю. Сами-то курите, а другим запрещаете. Я, значит, нервная, а у меня спокойная. Вообще-то ты прав. Давно собираюсь бросить. А давай вместе, а? Докажем, что у нас есть воля. Ну? Ладно. Твоя мать тоже ругается. Только без обмана. Ну, конечно, без обмана. Ну, ладно, ребята, спасибо. Алексей Иванович, проводи их. Миша, ты задержись на минутку. А вы, ребята, подождите его там на улице. Садись. Ну, как твои сестренки в детском саду живется? Все в порядке. Да, рано на тебе горе свалилось. Хочу с тобой как со взрослым говорить. Признаю себя откровенно, положение у нас сложное. Никак не можем добраться до этой банды. А им уже мало ракет. На диверсии пошли. Я простить себе не могу, что упустил его. Ну, ты брось. Я он опытный чекист. И то попадался на их хитрости. Видать, волк матерый. Но надо к нему подобраться. И есть одна мысль. Парень этот, видишь, в милиции на учете. Зовут его Александр Калачев. По прозвищу Шурка Кренель. Человек стоял, ему за шиворот. Не дури, не выйдет. Несовершеннолетнему руки уворачивают. Ладно, ладно, иди. В милиции будем разговаривать. За что в милицию? Чего я такого сделал? А ничего.
Очень, я понимаешь, любопытный. Интересно мне узнать, что ты на рынке целыми днями делаешь. Где берешь папиросы, которым так? За мной, я здесь все выходы знаю! Никто не найдет. А ты кто такой? Откуда меня знаешь? А я тебя и не знаю. Я милицию знаю. Самого так водили. За что? В чужой карман по ошибке залез. Как ты его двинул? Крапки кверху, носом об асфальт. Надолго запомнит. Майкренель не забудет. Ты мне теперь по гроб корешок. Понял? Видишь, как у нас? Нет масла, сальц пойдет. И ты сыт, и при монете будешь. А он скоро придет? Как обещал. Ну, или немного позже. Лёбе с Шапол подождали. Да ты не тушуйся. Я вам про тебя все рассказал. Так считай дело в шляпе. О, о. Здорово, привет. Ну, давай знакомиться, птенчик. Страха. У меня всегда от страха в животе холодно становится. Да не трусь ты. Вон, зазнался Мишка, а посмотрим, чья еще возьмет. Иди тут, а я по той стороне. В случае чего крикни! Марш в убежище. Ну, живо, живо. Ты куда? Стой! Ничего, хватайтесь, никуда не пойду. Как это ты не пойдешь? Очень просто, вы дежурите? Ну? И я дежурю по ракете. Не могу, эх ты следопыт, я стребиный коготь. Стой, ты куда это? Ничего, пристой. Ах, ты там пристой. Нюра, бери его за ноги. Ты хватался? Пустите, ну пустите же вы меня, я сам пойду. То-то. Налево, по бубенщи налево!
Сашенька, это... Как мне пройти на Петроградскую? Туда. Деденька, а вы не проводите меня, а то страшно мне одному. Страшно, так иди в бомбоубежище. Нечего бродить по ночам. А если мне надо? Если я поэт? У меня по ночам вдохновение. А вы конструктор? Это у вас чертежи, да? А какая рифма будет на чертежи? Этажи, гаражи, да? Бежи! Понял? Катись своей дорогой. Не бежи, а беги. А на слова алгебра можете рифму придумать? А я придумал. Есть в бассейне 3 ведра, доливаем 2 ведра, отливаем полведра. Вот тебе алгебра, здорово? Отцепишься ты от меня, идиот несчастный. Дяденька! Дяденька! Я уйду, уйду. Только вот вам не нужны папиросы, тут мой друг продает. Васька, покупай! Ты что, ору? А я его убираю! Васька! Иди убирай! Васька! Наши сбить! А об этом вы подумали? А об этом? Ну, что молчите? А этого у него отобрали? У другого такого же. А если бы это у вашего было, с кем бы я тогда разговаривал? А? Закурить есть? Так мы же... А вы, значит, не бросили. Потому и нет, что бросил. И у меня нет. О, за это хвалю. Слушаю. Да, здесь и не здесь. А? Ладно, ладно, без защитников обойдемся. И без тебя знаю, что молодцы. Ты лучше вот что. Возьми-ка машину и отправь их домой. А то там родители, наверное, с ума сходят. Бомбежка когда кончилась, а их все нет? Кремль, а какое тут может быть дело? Памятник сопрем. Жильцы тут тихие. Караул не закричат. А ну замолкни. Будешь стоять здесь на шухере. Если кто пройдет, кукушкой прокукуешь. Ясно? Пошли. Вы надолго? Не бойся, не соскучишься. А соскучишься? С гусаром побеседуй. Только руку ему не давай. Схватит, не отпустит, пока дух из тебя не выйдет.
Все в порядке? Никто не приходил? Нет, все тихо было. Криндель, а что это у вас за противогазы? У покойничков одолжили, им не нужны. А нам зачем? А я почему знаю? Наше дело взять, где сказано, отдать кому велено. Миша, спрашивай, больше денег получишь. Так брюнет говорит. В чем дело-то? Путевку, документы. Пожалуйста. И кладбище, военный объект. Другого места для своих трактелок не нашли? Что везешь? Там написано. Ограды вон, монументы. Мне в контору сдать надо. Проезжай. Покрутятся покойнички, когда над ними забабахают. Здесь они были, точно. И на замке свежие царапины. Отпирали. И внутри, видно, топтались, а ничего нет. Мы и крышки поднимали, и нет. Так. Значит, у них здесь только передаточный пункт. Вчера кто-то положил, и они их тут же унесли. Выходит, зря мы военных тревожили. Зря весь этот маскарад. Товарищ майор, надо кончать игру с Мишкой. И брать компанию Кренделя. Дык. А нет другого способа выйти на след. Сейчас узнаем. Товарищ майор, часы арестованного проверены. Ваше предположение подтвердилось. Сюда. Решили? Решайте вы. Значит, ничего вы к своим прежним показаниям добавить не хотите? Я рассказал все. Ну что ж, может, мальчишки вас действительно с кем-то спутали? Уверяю вас, что это именно так. Тогда мне остается только извиниться перед вами. Ох уж мне эти мальчишки. Ну, вы знаете, их тоже винить нельзя. Время такое. Я понимаю. Получите ваши документы. Я могу идти? Задерживать вас больше у нас нет основания. Благодарю вас. До свидания. До свидания. Да. Ваши часы. Они встали, заведите. Теперь поверните вот этот ободочек. Разве он вертится? Вот не знал. Плохо знаете свои вещи. Вот эту черточку на ободочке поставьте сейчас почти 12. Да, ставьте ровно на 12. Ставьте, ставьте. Так. Теперь подождем. Зачем выскочил этот штырек? Не знаю. Если я приобрел на рынке какие-то, пусть даже подозрительные часы... Хватит. У вас в руках взрывной механизм. И вы это отлично знаете. За сигналы ракетами
За подготовку диверсии есть только одна мера наказания – расстрел. Единственный способ сохранить свою жизнь – это рассказать нам всю правду. Садитесь. Даю вам одну минуту на размышление. Одну минуту по вашим точным часам. Эти часы мне дал дядя. Какой дядя? Мой родной дядя. И ракеты пускать он заставил. Фамилию, адрес дяди? Воронов Сергей Каритонович. Коломенская, 22, квартира 7. Кто там? Это я, управхоз. Тут дежурные пришли проверить затемнение. Гражданин Воронов, Сергей Харитонович. Я Воронов. А в чем дело? В чем сявка? А ты сбегай на кладбище и полюбуйся, какие там подарочки зенитки стоят. Пропуска спрашивай. А я при чем? А при том, что это для отвода глаз. А за зениточками-то опера в могилках роются, противогазы шарят. Ну, говори, паскуда, кого вы там встретили? А? Кто вас засек? Ну, ебого, гринет. Никого не было. Все тихо обошлось. Причем это вообще военные в нашем деле. Ты все темнишь, брюнет. Слопочем статью. Заткни пасть. Платят тебе и помалкивай. Ты лучше вспомни, кто из твоих кроликов с длинным языком. Может, протрепал кто? Ты что ты, брюнет? Ты же всех знаешь. А Птенчик? Птенчик не мог начирикать? Его ты один знаешь. Да что ты? Он же меня от решетки спас. Дома не видел ничего. Мы его на стрёме поставили, как ты велел. Интересовался только, что несем. Интересовался? Но и нам надо поинтересоваться. Ты его привел, ты его и проверишь. И если что... Грохот канонады, мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов. Здорово, кореш. Чё остолбенел? Проходи. Ты как в квартиру попал? Перед кренделем они такие замки по щучьему велению открывались. А твой замочек барахло. Смени. А то от нас же придешь о квартире. Ха, одни обои. А это зачем? А, настроение такое. Хоть пляши, хоть вешайся. Хочешь верь, хочешь не верь. Один у меня на свете человек. Ты. А остальные волки. Только и ждут, как бы съесть. А ты меня спас. Ну ладно, вспоминай. Постой! Ты сядь. Давай выпьем. Составь компанию. Ну, хлебни хоть маленько. Ну что ты пристал со своей водкой? Не хочу я пить и не буду. А ты, если за дело пришел, говори. Нечего тут крутить вокруг да около. Вон ты какой деловой. А если я без дела пришел? Просто по душам поговорить. Не хочешь? Ну и правильно.
Зачем с Кренделем откровенничать? Крендель вор, сявка брюнетова. Какое до него дело? Ну что ты, Крендель? Случилось у тебя что-нибудь? Случилось? Крышка мне! Гроб! О, губа, видишь? Брюнет бил. За что? Кто-то нашу заначку на кладбище выдал, а он на меня повесил. Теперь домой лучше не возвращайся. Убьет. Мишка, кореш, ты совсем недавно чистеньким был. Может, у тебя есть кто, кому довериться можно, чтобы от брюнета спас? Эх, дурак, дурак! Сколько раз хотел завязать. Теперь все. Поздно. А мог бы жить как человек. Ты вы спрашиваешь, как я твой замок открыл. А я, знаешь, какой я в механике способный? Мне еще отец говорил, у тебя, Шурка, руки золотые. А Шурка этими вот руками у людей последнее тащит. Удушусь! Или к брюнету пойду. Скажу, убивай, сволочь, все равно такая жизнь не жить. Я не знала, Крендель, что ты такой. Если б ты просто воровством занимался, а ты знаешь, что ты делаешь? Что? Ты фашистам помогаешь. Ты вот на рынке Однорукого встретил. А ты откуда знаешь? Знаю. Так ведь он шпион. Он немецким самолетом ракетами сигналит. Да ты ври, да не завирайся. И ничего я не вру. А в противогазах, ну, которые мы с кладбища носили, ты знаешь, что в них? Продукты. А пуги склады обворовывают, а мы помогаем. Склады. А если там тол, чтобы взрывы на заводах устраивать? Не могу я тебе сейчас все это объяснить. И не надо. И так все ясно. Молодец, птенчик. Видал, сколько знает? Я и то заслушался. Сиди, сиди, пташка. Нет. Он правду сказал? Об этом мы поговорим, когда свидетелей не будет. Беги, Мишка! Он убил тебя! Ну, беги! Сговорились, гады! Я вас обоих угроблю. Фашисты! Открывайте! Ломайте дверь! Зови кого-нибудь! Мишка! Что там у тебя? Врешь, как фашистский, не уйдешь. Мишка, беги, зови кого-нибудь. Ах ты! Ой. Сявка!
Скажи своим ментам, сегодня в 6 в сквере на углу Коломенской однорукий должен мне товар передать. Никто не отвечает. Дяденька! Дяденька, который час? 6:30. Что же делать? Степка, пока не дозволишься, никуда не уходи. Пошли. Негодяй. Нечего сказать, племянничек. Мало того, что сам занимается ужасными делами, еще дядю впутал. Ради покойной сестры дал ему угол, когда он устраивался в институт и... Если не хотите говорить правду, хоть помолчите. Попросите быть осторожней. Это же уникальные часы. Они ходили еще при Петре Великом. Да-да. Коллекция у вас действительно замечательная. У каждого своя страсть. Я часовой мастер, люблю часы. 40 лет я тратил все свои сбережения, чтобы собрать эту коллекцию. Думал под старость передать ее в дар какому-нибудь музею. А ну помолчите. Миронов, останови-ка часы. Все часы остановите. Не скрипите стулом. А эти часы вам достались от Екатерины II? Сюда! Здесь проходным можно. Вон в том сквере он должен быть. Иди ты, он тебя не знает. Если там, сними кепку, как будто с кем-нибудь здороваешься. Я увижу. Ага. Эй, малый, на кино хочешь заработать? Ну что, молчишь? Не мой, что ли? А что надо? Вон два подъезда под крышей, видишь? В правом 4-й этаж, 7-я квартира. Приятель мой живет. А жена у нее ведьма, не хочет, чтобы мы с ним встречались. Вот, отнеси ему записку и ответ принеси, ясно? Ага, 4-й этаж, квартира 7. Только живо, одна нога здесь, другая там. Сыпь. Сейчас, дяденька, я мигом.
Васька? Ты как сюда попал? А вот. Почему он сам не зашел, а прислал записку? Он ко мне никогда не заходит. Если ему надо, он присылает кого-нибудь за часами. Требует только, чтобы они были проверены и на ходу, и... Вы можете ему написать такой ответ, чтобы он пришел сейчас сюда? Я боюсь, что это его удивит и обеспокоит. Я не имею права ему указывать, что делать. А впрочем, может же у меня быть срочная необходимость. Я попробую. Торопитесь, он ждет. Да-да. И учтите. Я все учел. Я в ваших руках. Можете на меня положиться. Вот это отдай и сразу уходи. А... Больше ничего не надо. Если спросят, кто дома, скажи, хозяин один. Ну, ясно. Ответ принес? Какой ответ? Какой? Какой велели? А деньги? Он мне деньги на кино обещал. Васька! Что случилось? Где однорукий? А его вовсе не было. Другую записку взял и на грузовике уехал. А номер? Номер машины ты не запомнил?
случается, Сенечка? Что у тебя в кузове? Чего? Фу ты, черт, я совсем забыл. Я же ей костей привез. А? Учуяла бестия. Отстань ты! Отстань! Куда ж они подевались? А, вот они. Я слушаю. Миша! Миша, я тебя плохо слышу. Говори громче. Где ты? Хозяин! Хозяин! Что? Чека! Говорил, нельзя сегодня домой возвращаться. Так нет, от жены от печки не оторвешь. Раз в жизни послушал идиота. Сними! Сейчас половина шестого. Пока войдут, пока обыск. Ставь на шесть. В самый раз будет. Устроим им раннюю за утреннюю. Живей! Поговорите с ними. Скажите, что Семен на рыбалку ушел. Задержите их сколько можно. Эй!
Сколько еще ждать? Сейчас! Сейчас открою, собаку привяжу только. Буян! Буян, ко мне! А ну на место! На место сейчас же! Чужой? Анастасия! В нужное время выйдет из дому. Я ее предупредил. Где муж? На рыбалку ушел. А постоялец ваш? И он с ним. Обыскать. Здесь они где-нибудь попрятались. Ну и сиди тут, недоумок. Может, скорее в рай попадешь. Ну? Стой! Бросай оружие! Стой! Ай! Все, гражданин хороший, приехали. Товарищ лейтенант, арестованного приказано в дом вести. Здравствуйте, дядя Петя. Не узнаете? Ваш попутчик в Ленинград. И сюда тоже. Садитесь, Петр. Вот отчество вашего не знаю. Это не имеет значения. Все-таки положено при знакомстве. Можете идти, товарищ. Я хочу поговорить с арестованным наедине. Что дал вам обыск? А я и не рассчитывал что-нибудь найти у такого опытного практика. Вот теперь с вашей помощью... Давать показания буду только в подобающем месте. Вы так торопитесь попасть в тюрьму? Вы слишком рано разбудили меня. Я хочу выспаться. Ну хорошо, вы будете спать, а я что буду делать? Вот когда я узнаю от вас интересующие меня сведения... И смогу доложить о ликвидации всей вашей группы, о, тогда и я буду спать спокойно. Помогите мне в этом. Вы же прекрасно знаете, чем откровение... Прости, я не наивен. Именно поэтому я и рассчитываю на вашу откровенность. Мы напрасно теряем время.
Повторяю, никаких показаний я здесь давать не буду. А я хотел бы получить их именно тут. И я вам объяснил, почему. Может быть, вам трудно начать? Я могу помочь. В задачу вашей группы входило, во-первых, сигнализация во время налетов ракетами, зелеными цепочками. Во-вторых, организация диверсий. Одна из них на хлебозаводе удалась. Как видите, мы кое-что знаем. Знаем и цепочку, по которой вы действовали. Шофер Семенов привозил противогазы, начиненные взрывчаткой, на кладбище и прятал их в склепах. Часовщик Воронов изготовлял взрывные механизмы. Ну, а воришки из компании Бринета брали то и другое и передавали это людям, готовящим взрывы. Кто эти люди? Кому передана последняя партия взрывчатки? Напрасно вы упорствуете. Имейте в виду, что сейчас в том самом месте, куда вы так спешите попасть, дают показания ваши агенты Воронов и Бринет. Они могут оказаться более разговорчивыми. Хорошо. Я скажу главное. В отличие от Воронова, Брюнет и прочей вербованной швали, я офицер германской разведки Пауль Рихтер. Если вы снесетесь с моим командованием, оно с готовностью обменяет меня на любого вашего разведчика, оказавшегося в моем положении. Надеюсь, теперь вы понимаете, что я ничего не скажу. Самое лучшее, что можете сделать, это приказать увести меня. Да. Это действительно меняет дело. Ну что ж, доставлю вас к высшему начальству. Но знаете, начальство ведь все равно поручит это дело мне. Так что не будем терять время. Садитесь. Садитесь. И имейте в виду, мы никуда отсюда не двинемся до тех пор, пока я не узнаю, кто непосредственный исполнитель диверсий. И еще, как доставляются вам через фронт ракеты и взрывчатка. Об остальном мы поговорим после и в другом месте. Ну, быстрее вспоминайте, и мы едем. Что ж, если вы так настойчивы, останемся здесь. Надолго. Я потерял за Германию руку. Не боюсь и конца. Вы хотите знать все? Пока хотя бы то, что я спросил. Взрывчатку и ракеты сбрасывают нам во Всеволожске на совхозном поле с самолетов. Ближайшая диверсия – взрыв Литейного моста. Список ракетчиков хранится в сейфе у бухгалтера Ленстройтреста Смирнова. Ну вот, теперь вы знаете все и сейчас забудете. Ну, а чего же? Память у меня хорошая. А где находится склад взрывчатки? Вы видели, как умирают солдаты фюрера? Вы, узколобый болван, господин, не знаю звания. Майор. Взрывчатка здесь, под нами. До встречи на том свете! Который час? 7:03. Может, они врут? Ну нет, вот и на ваших 3 минуты. Нет, сейчас уже 4. Вот, смотрите.
Это не мои. Ваши, ваши. Из-под картошки. Хозяйка дома указала нам ваш тайник. И вовремя. Очевидно, зная ваш характер, предпочла довериться нам. Но об остальном, обнаружив противогазы, нетрудно было догадаться. К тому же у ваших часов довольно громкий ход. Но это беда всех взрывных механизмов такого рода. Благодарю за откровенные показания. Можно ехать. Я покойник. Вот это верно. Опять по городу бьют. Нелегкое нам время предстоит. Тяжелая зима. Я на завод пойду, где отец работал. Меня дядя Николай обещал устроить. А Васька? А Васька на флот хочет, юнгой. Помогите ему, чтоб взяли. Ну что ж, он сейчас волевой стал. Даже курить бросил. Придется помочь. Ну а что Степка думает? А Степка ничего не думает. Он только стихи сочиняет. Сейчас целую поэму пишет. Но? Ну, поэму у него еще нету. Он только конец придумал. Ну и какой же конец? Счастливый? А вот, как это... А, вот. Пусть будет холод, голод и свинцовый град. Мы отстоим, любимый Ленинград. И мы никогда не забудем с тобой, как нас.